От точки до точки через препятствия. Работники троллейбусного депо в Заволжском районе снегу рады меньше всего. Завалы на обочинах, узкие дороги, да еще и припаркованные здесь же машины. И электротранспорт уже не может проехать. Так целых 4 дня по улице Туполева не ходили троллейбусы, так как дорогу не могли почистить из заброшенных машин. Аналогичная ситуация и на Тюленево. Перекидывают снег, вот машины мешают, бросают, и поэтому троллейбусы не могут пройти, и жалобы, и троллейбусы встают, вот поэтому... Которая уж там вот выше, она там девятка, наверное, что-то недель 3 стоит, наверное. Благодаря объявлениям с просьбами убрать своих железных коней с улицы, обочины все же смогли нормально почистить. 2 маршрута, а это 14 троллейбусов, вновь начали курсировать по внутреннему кольцу нового города. Но в некоторых местах приходится полагаться на ловкость водителей. Попросили Дорремстрой, они нам выделили технику, техника прошла, почистила. Вот. А так как машины, утром было 15 машин, сейчас их осталось 3. И вот эти 3 оставшиеся машины мы будем объезжать справа. А справа здесь, видите, снег плохой, такой не асфальт, троллейбусы могут забуксовать, поэтому мы еще лопатами подчищаем. Подснежники на обочинах – уже классика русской зимы. Понятно, что уборка снега – забота дорожников, но и автовладельцы должны чувствовать ответственность. А чтобы напомнить им об этом, сотрудники ГИБДД организовали рейд, благодаря которому эвакуировали многие машины из-за нарушения ПДД. Задержание транспортных средств под знаком 327, вот остановка запрещена, производится для очистки уличной дорожной сети, для уширения, так как данные транспортные средства препятствуют уборочной технике. Цели увести машину на штрафстоянку нет, отмечают городской администрации. Большинство водителей все же сами убирают свои машины. Уточнить информацию о том, как забрать авто со специализированной стоянки, можно по телефону дежурной части 73 60 60. Анна Тищенко, Улправда ТВ.